Спасибо за самоотверженный труд, за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. За работу в жестких условиях карантина врачей и медсестер Корсуна наградили памятными подарками. Губернатор Сергей Морозов поблагодарил всех, кто работал, лечил корсунцев, несмотря на опасность вируса. Вот и сегодня мы собрались, чтобы наградить своих современных героев. Тех, кто, не считаясь опасностью для своего здоровья, для своей жизни, спокойно, честно и абсолютно осознанно, как и полагается настоящему герою, настоящему медику, настоящему человеку с большой буквы, грудью заслонял от смертельной опасности и своих земляков, и своих соотечественников, и себя в том числе. 9 человек получили из рук Сергея Морозова памятные медали, почетные знаки и благодарственные письма. Одной из них стал врач общей практики Ферая Кушаева, которая за плечами имеет многолетний опыт работы. Говорит, что в такой сложной ситуации врачи честно выполняли свою работу и выстояли. Эмоций очень много. Я вообще не ожидала, конечно, что нас так заметят и оценят наш труд. Конечно, мы были на передовой, но это наша профессия. Глава региона также отметил, что продолжит оказывать необходимую помощь больницам. Будут выделены средства на ремонт учреждения и приведение прилегающей территории в достойное состояние. Руководство восприняло новость про обновление материально-технической базы медучреждения с воодушевлением. Уже готовят сметы предстоящих работ. А у нас в здании поликлиники очень старые деревянные оконные блоки, поэтому замена окон предусматривается. Также у нас в очень плачевном состоянии находится здание пищеблока. Также предусмотрены и ставлены уже сметы на ремонт пищеблока. И еще у нас нужно демонтировать балконы, которые находятся в здании стационара. Сегодня медучреждение уже полностью справляется своими силами. 85% коллектива возобновили работу. На карантине осталось 3 врачей. На следующей неделе они тоже присоединятся к коллегам. Медработники продолжают проводить забор анализов на коронавирус. В обычном режиме принимает пациентов в поликлиника, стационар и инфекционное отделение. Новости Улправды ТВ.